хуйню. Это больно, новости, ребят. Новости глазами очевидцы. Для вас Сьюзан Ортега, Эван Бакстер, Фред Донахью и Даллас Коулман. Добрый вечер и добро пожаловать в студию новостей глазами очевидца. Добрый вечер. Насколько больно? Охуенно больно. А я Эван Бакстер с последними новостями. Сегодня в полицейском управлении Баффало едва не разразился блядь, скандал. Я помню этот... Когда мэр... Когда мэр потребовал, чтобы начальник ответил на заявление, в которых утверждается, что... Дайте ему воды, пожалуйста. Похоже, моему коллеге нужен стакан воды. Продолжим. Извините. Премьер-министр Швеции прибыл сегодня в Вашингтон, а мои маленькие сесенки полетели во Францию. Что он сказал? Проверьте текст. Какие сесенки? Чего он городит? Текст в порядке. Эван, читайте с листа. Копия в порядке. Просто читайте. В Белом доме примаку Мастаку был оказан радушный прием. А я танцую ча-ча-ча, как девочка-целочка. Я любить делать ча-ча-ча. Простите, у нас, кажется, какие-то технические неполадки. Ну, вроде как, да. В списке новостей... Ебать. Мои извинения. Эван, да это пизда. Да ничего, бывает, вырывается. Пизда.